Мы приехали в отель Aroma Beach. Это первая береговая линия. Это считается очень классный отель на окраине Муине. Но он такой весь ресепшн колоритный, милый, вот прям пронизан таким вьетнамским духом. Ой, такой вот чистый, вылизанный. Сейчас посмотрим по номерному фонду, по территории, так ли это. И не помню, сказала я или нет, но это первая береговая линия. Так, мы спускаемся куда-то вниз. Идем смотреть номер. О! Бесплатный тренажерный зал. Джим не вам отсвечивает, но он есть. Вот показывает, что справа у нас спа-центр. Вот он прямо перед нами. Пойдем в ресторан. О, смотри, такой огромный ресторан. Он реально огромный. Он просто... Он не тяжелый, он... Это английский. И вид на море. Сейчас мы с вами... Ой, сразу пляж. Выход на пляж. Какой безусловный бонус для меня. Шикарный заход. Шикарный. Тут есть небольшой спуск. Ну, совсем небольшой. Но вход в море хороший. Там трава. Тут камни, чуточку есть. Да, и всего, что мы видели, это еще лучше просто. Да, вот девчонки как раз говорят, прочитали мои мысли буквально, что это реально один из самых лучших пляжей, которые мы видели. Смотрите, какой красивый. Почему же он расположен так далеко от всего? Очень пейзажно. Ой, какие колоритные блин домики. Все с такими крышами, смотрите. Очень симпатично. Если бы он не находился так вот далеко, без инфраструктурно, было бы вообще хорошо. Но есть спа, есть завтраки. За тех, кто уже хочет гулять целый день, тот уже по Муине гуляет. Вот смотрите, какой бассейн. Ой, даже с каким-то типа массажным. Вип-арома. Бунгало. Нет, это арома. Арома вилла. Арома вилла. Это низшая категория у него. Это арома лукшери вилла. Это лакшери вилла. Это самая крутая. Самая лучшая. Самая крутая. Посмотрите. Can I see how many? Ну, для такого большого отеля, в принципе, квадрат. Достойный бассейн. Ну да. Так, номер 44. Aroma Villa. Ой, ребята, я хочу здесь жить. Какая она крутая. Какая она крутая. Так, здесь такой шкаф. This room my two best. Он огромный. Есть вот такая зона. Такая зона с диванчиком. Можно делать туин. Да то с ума сойти тут, слушайте. Все. Мечтаю сказать жизнь, ребята, оставьте меня здесь. Вообще крутая. Смотрите, здесь раковина. Здесь у нас за отдельной дверью у нас. Вот, посмотрите, у нас. О, спасибо за подсветку. Наоборот, хорошо. У нас душ. Крутой. Завтрак. Есть детская площадка. За доплату можно заказать обед или отдыхают все. И китайцы, и вьетнамцы, и европейцы, и русские. Вот нам сказали там, что есть, то сколько инфраструктуры нету вообще в принципе здесь, очень далеко, то ходишь от Elbas до отеля Bamboo Village, то есть он в центре, но он стоит 20 тысяч. Предлагает нам наш сопровождающий посмотреть в Aroma детскую площадку, ну, как бы ни о чем, ну, детские качельки есть уже хорошо, то есть ребенку покачаться,
Ну, одни, вторые качельки, просто в такой, ну, в тенечке. Должна отдать должное в тенечке. Вот с такого бассейнчика. Ну, очень хорошо, колоритненько. Ребят, еще хочу вам рассказать такую информацию, пока иду по территорию, по отелю «Арома». Значит, смотрите, здесь есть шаттл до пляжа, но у нас есть еще выбор, например, поужинать в отеле. И, насколько вот мне подсказали наши девочки, это стоит 380 тысяч донг. Если это на человека, то это, конечно, много. То есть здесь вы выбираете ужинать в отеле за 380 или нам ехать на шаттле 20 тысяч донг в одну сторону. То есть если это на семью, надо считать, насколько это получится выгодно, невыгодно, целесообразно, нецелесообразно. Так, сейчас немножко настроимся. Ребят, что хочу сказать по этому отелю. Отель у нас Aroma Village. Слушайте, ну крутой. Реально крутой, номера просто бомбические, меня покорили. Я не знаю, можно ли говорить слово бомбические, но, наверное, но они крутые. Это если вы живете в вилле, вы просто супер-пупер крут и достойного уровня отель. Ресторан, бассейн, все есть. Есть спа, тренажерный зал. Ну, то есть очень хорошо. Единственное, что, конечно, месторасположение у него спорное. Пляж. Ребят, пляж у него один из лучших. Это достойно уважения, это достойно того, чтобы здесь жить. Очень хорошо, если вы свыклись с мыслью, что он далеко, и вы будете ездить на шаттле за 20 тысяч в одну сторону или вызывать такси, то очень хороший вариант будет размещение. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.